целой работе. И почему я, почему у меня пойдет назад? Самая первая проблема для женщин. У них нет денег, чтобы кушать. Очень много сказали, финансовая сторона. Есть вот такие типа партии у нас, там, бизнесмен. Если женщина дома, она расследует, 20 лет, все равно была дома, с детьми не надо заработать. Мы сказали, школу не надо. Женщина должна быть дома, воспитывать детей, там, чтобы муж придет вечером, там, все там, она должна быть готова. Если там начинается насилие, куда она пойдет? Она не имеет никакой опыт работы. Она не может найти себе работу, себе работу там где-то с минимум зарплат, а если на трое детей. И вот такие проблемы, куда она пойдет? Как она может за себя там? Если она придет, то так что действительно, то есть если это все опасные месяцы, она может использовать, а сразу он это потом после налицы. То есть что мы видим, эти бизнесмены, они очень хитрые, они юридически тоже какие-то. Там все, по-моему, написано о том, муж. Там даже